всем привет! Проделав долгий путь в 1500 километров, я оказался в Астраханской области. Приехал сюда на рыбалку, на рыболовную базу на крючке. Проведу здесь несколько дней. Через пару мгновений уже я окажусь на базе, разгружаю вещи, переодеваюсь и стартуем на рыбалку в поисках самой крупной трофейной рыбы. Но вам желаю приятного просмотра, мне отличной рыбалки. Погнали! Утро первого дня, мы уже на воде. Остановились вот в таком местечке. Мошка одолевает, комары кусают, но ничего страшного. Мы в предвкушении самой классной рыбалки. Сейчас попробуем немножко покидать воблера и попробовать поймать здесь жереха. Покидаем и двинемся дальше. Так, наделаем заброс под куст. В надежде на выход жереха. А вот она и первая, ребята, рыба. И это, скорее всего, жерех. Ух, на воблер как взял. И пошел по течению. И... посмотрим, да, жерех, если что, так возьму. Тихо, тихо, тихо. Ну, такой, я сказал бы. Ух, хороший. Ходит, ходит, ходит. Якорь, 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 не зацепи. Куда ты пошел-то? Вот это боец. Да куда? Не знаю, ему куда. Хороший. В топку прям воблер заглазил. Есть. Первая рыба взята. Первая рыба в Астрахани поймана. Это жерех. На мелкий чабик взял. Классно. Взял он тот на такой вот чабик. Сали Экспресс. Самый дешманский. Как всегда работает. Так, ну немножко переместились. Жерех жерехом, но надо еще найти судака. Поклевка с ударчиком. Щука, что ли? Нифига, как башкой закрутила. Не, судачок, а как он башкой-то фигачил. Как прям... есть. Теперь и первый судак есть. Давайте малька отпустим. Плыви, спасибо за поклевку. И снова в деле. Релакс Техас. Мега убойная приманка. Косит судака. Поклевочка. Что-то есть. 20 грамм. Поставил трехдюймовый Техас поменьше. Вот он. Вершик ловится, да. Эй, вообще какой. Хова. Это судачок. У вас бершик, у меня судачок ловится. Вот он, судачок. Вот он, техасик, поменьше размером. Но в той же расцветке. И поклевка не заставила себя долго ждать. Давайте его. Жадно так схватил. Иди, позови мне покрупнее кого-нибудь. Вот, ребята, и призовой.
наверное, надо, дядь Миш. Вот это уже... А-а-а, в глаз мошка кусает, собака. Да что ж такое-то? Фрикцион там. Скажем, что-то килошное должно быть. А сейчас вынырнет какой-нибудь черепа. Килошный, оставляйте. Ну вот, отпущенные мальки позвали старшего брата. Конечно, не трофей, но покрупнее, чем сегодня попадается. Такой килошечный попался судачок. Дождался поклевки, наконец-то. Клюнул он все на то же Релакс Техас, она же Тиога. 20 граммов. Закинул, ждал, пока опустится груз, думаю, сделал одну подмотку, еще сделал подмотку одну, и вот на парении происходит даже не удар, а просто он схватил и потянул. Классно. И снова заброс туда, где много-много диких мелких вершей. Вдруг там будет старший брат или бабушка. Иди сюда. Поклевка такая, как окунь, как будто. Ай, блин, мошка в ухо лезет еще. Оп, 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 что это? Отсюда окунь. Обершик. Крупняк, еще крупней. Бульк утоплен. Дядя Миша, поклевка. Хороший. Есть. Крупная резина. Крупная рыба. Наверное. Ах ты! Сошел. А! Он такое ощущение, что он не на крючке висел, а... Падла. Откусил гламурное копыто. Наверное, не за крючок зацепился хвост до последнего. Рыбалка рыбалкой. А обед никто не отменял. Съездим, пообедаем и вернемся, продолжим дальше ловить злых астраханских судаков. Очередной некрупный судак. Их, как он начинает головой трясти. Говорит, отдай спиннинг. Я говорю, ему не отдам. Крупный из мелких, я бы сказал бы. На сковородку пойдет, да? Думаю. Ну, дядя Миша взял что-то хорошее. А, вот.
Килоша. Даже больше. Есть он, есть. Вот он. Полторашечка. Дуплетом с дяденищей тащим. Вот он. На каждом забросе. Эй, сволочь, отвалился. Ух, злой-то, а. Я говорю, злой. Ого, нифига, вот это удар. Вот это рывок был у него. Че, хороший, что ли? Куда поплыл-то? Какие рывки делают в стиле отдай спиннинг. А, не. Хоп. Вот они не крупные, не крупные. Но такие звери. Такие рывки просто. Вот он вроде успокоился, потом бах! Вот я не знаю, как будто, не знаю, я сказал бы, на головля похож по сопротивлению. Иди, живи. Подходит к концу сегодняшняя наша рыбалка. Первый день разведку произвели. Нашли пока только одно место, где полно этого судака. Правда, размер оставляет желать лучшего. Но зато клюет на каждом забросе. По количеству больше только мошки. Это вообще, это просто звери. Их даже не отпугивает. Ни пшикайся, ни пшикайся, ничего не отпугивает. Но зато сезон рыбалки в Астрахани открыли. Рыбу поймали. Жерехом открылись. Все отлично. Ладно, будем собираться домой. И готовиться к завтрашней нашей рыбалке. Вам спасибо, что смотрели. Пока-пока. До встречи на рыбалке.